Здравствуйте, мы находимся с вами в одном из городов Золотого кольца России, в городе Кострома, основан в 1152 году. За моей спиной находится каланча, главное украшение центральной социальной площади. If you leave me, but I do feel that I do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing. Мы подошли сейчас с вами к памятнику основателю города Костромы Юрию Долгорукому. Он тоже находится в центре города. As a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a worm, as quiet as a mouse, as big as a house. Наша Кострома богата своей историей. Она является также и родиной Снегурочки. Сейчас мы с Миланой приехали в терем к Снегурочке, где также проводят экскурсии и много интересных недалеко от Костромы к фильму «Снегурочка» была построена деревня Берендея. Как фильм был снят, все декорации перевезли в город, и так образовался парк Берендеевка. Вот и подошла к концу наша маленькая экскурсия с Миланой по городу Кострома. Приезжайте к нам в гости. Всем рады!